Американский дизайнер Адам Льюис Грин представит Библию как приключенческий роман. Автор представит Писание в обновленном дизайне. Из текста убрана цифровая разбивка по главам и стихам. Текст Писания практически не изменился, лишь анахронизмы заменили современными словами и выражениями. Вся Библия разделена на 4 тома. По словам Адама Льюиса Грина, главная идея проекта «Библиотека» – сделать библейские истории доступными для современных людей. Когда мы открываем Библию, то на каждой странице на нас обрушивается огромное количество информации. Разбивка по главам, параллельные места Писания. Этим проектом я хочу дать альтернативу, чтобы Библию можно было читать как приключенческий роман на религиозную тематику, рассказал Грин. Проект «Библиотека» заинтересовал публику. На сайте Kickstarter за несколько месяцев собрано 1 440 345 долларов, хотя изначально запрашивали всего 37 тысяч.